Друзья, всем привет! Сегодня я вам расскажу про необычный способ копить деньги. Проще говоря, покажу вам свою копилку. Для этого нам понадобится какой-нибудь сосуд, можно так сказать, банка. Это может быть стеклянная, железная, пластиковая, без разницы. Я вот выбрал стеклянную банку, взял такую крышку, сделал отверстие и приготовил вот такую табличку. В этой табличке как раз все у нас и заключается. Таблица 10 на 10 получается квадратиков, и в каждом квадратике цифра от 1 до 100. Собственно, это указана та сумма, которую мы должны скидывать в копилку. Вот, сам по себе, сколько я не пытался копить денег, у меня не так и получалось. А здесь, когда я увидел такой способ, решил попробовать, и мне он показался очень интересным. И главное, что он сработал. Почему? Потому что вот у меня есть пример. Причем эта копилка не моя, это копилка нашего младшего сына. Вот он буквально с лета, за, не знаю, сколько, полгода, наверное, да, чуть побольше, он накопил ее полностью, осталось две циферки. Сейчас мы скинем эти деньги сюда и распакуем, и посмотрим, что там накопилось. Ладно, идем дальше. Суть в чем? Когда мы бросаем деньги в эту банку, сумму, к примеру, мы кидаем 50 рублей, мы зачеркиваем 50. Мы кидаем 100 рублей, мы зачеркиваем либо 100, либо там зачеркиваем 65 и 35. И потихоньку наша цель — зачеркнуть все эти квадратики. Когда все квадратики будут зачеркнуты, как в этой копилке, здесь будет 5500 рублей. Всего лишь надо закидывать такие маленькие суммы. Но есть другой вариант, это уже для тех, кто повзрослее. К примеру, возьмем мою копилку. Здесь мы к этой таблице точно такую же добавляем везде нолики. И, соответственно, сумма будет уже не 5500 рублей, а 55000. Вот такая вот копилка, 3-литровая банка. Она, конечно, поинтереснее уже и сумма интереснее. Но пример мы делаем вот на именно такой таблице. Нам осталось ее прикрепить сюда, закрутить крышкой, я еще заматываю это скотчем все хорошенько, и все, и начать копить. А пока начинаем собирать его. Ну, собственно, наша копилка готова. Делается все легко и быстро, как вы заметили. Приклеили таблицу вот эту, закрутили хорошенько крышку, скотчем ее тоже я обмотал. Но желательно, вот на мой взгляд, чтобы копилка была непрозрачная, чтобы не было лишнего соблазна заглянуть туда, взять оттуда, вот как здесь. Но сейчас мы откроем, вернее, мы сейчас добьем это, как сказать, вот эти пустые клеточки, можно маркерами? Зачеркнем последние цифры, и наша копилка, она, кажется, полная. Мы вскроем, посчитаем, сколько получилось. Позовем Сашку. Все, можно поздравить. 5500 рублей здесь должно быть. Ну что, готовы? Да. Мы открываем Сашу копилку, которая накопилась. Ну как, Саша, скажи, сложно было тебе копить? Да. Долго ты копил, да? Вот, Данила, еще копилочка чуть-чуть осталось, да? Да. Саша, Саша, скажи, вот ты накопил полную копилочку, целых 5500 рублей. Скажи, на что ты эти деньги потратишь? На снегокат. Молодец. Вот когда есть цель, тогда очень хорошо, когда копится даже быстрее. Да ладно. Да. Наша копилка распакована. Теперь мы ее открываем и вываливаем на стол. Ну что, начинаем считать? В общем, мы посчитали то, что накопил Саша. Получилось 5050 рублей. Оказывается, я немножко ошибся в подсчетах. Не 5500, а 5050. Тоже хорошо. Тоже хорошо, да. У нас на подходе у Дани копилка накопится, и потом следом наша. Так что берите банки, используйте их для копилок. Вот так, таким образом.